хорошие все условия. Пока едем, можно подготовиться к играм. Да, очень просторно, удобно. Можно с комфортом доехать до Питера. И можно ноги вытянуть. Все, отлично. Ну, комфортно ехать на поезде, конечно. Можно фильм посмотреть, в карты поиграть, пообщаться, подготовиться к игре. Какие-то сапсаны ходят 4 часа, какие-то сапсаны 3.50. То есть, ну, разница невесомая, но я считаю, что это очень круто, что можно так быстро переместиться с одного города в другой. А знаете, что самое главное? Это то, что так приятно, когда футбольная команда «Локомотив» едет с нами на нашем составе. Это не может не радовать. Очень приятно обслуживать таких молодых и прекрасных людей.